93 миллиона из казны области за последние два года направлено на создание градостроительной документации для населенных пунктов Поморья. Ход реализации программы областные депутаты сегодня обсудили с представителями муниципалитета. Надо сказать, что разработкой градостроительной документации раньше занимались сами населенные пункты, но два года назад эти полномочия передали на областной уровень. Большинство муниципальных образований не имело достаточного количества подготовленных специалистов для того, чтобы как раз вот весь набор градостроительной документации в виде генеральных планов, в виде проектов плана развития, так скажем, территорий планировочных, не имело возможности самим выполнять их. И большинство муниципальных образований с такими изменениями в областной закон согласились, кроме крупных, таких как, к примеру, Северодвинск. Люди, которые занимаются генпланами и правилами застройки на областном уровне, они не знают специфики муниципальных образований. Поэтому идет путаница в наименованиях, идет путаница в обозначении определенных зон города. Да? Доходит до смешного. Там, где должен быть объект, допустим, культуры, совершенно другой по назначению объект. Добавлю, что за два года в региональный Минстрой, который и курирует этот вопрос, поступило без малого 1000 поправок градостроительной документации. Из них 114 было учтено. А в целом без генплана муниципалитету сегодня никуда. Отсутствие документа делает участие в реализации нацпроектов невозможным.